родители только что выехали. Дорога-то сухая, которую действительно сделали. Что делать надо? Ходила соседка оттуда же. Говорила, что мы во всем виноваты. Электрики приехали, всю дорогу разбили. Ну-ну. Так, делать, да, все равно придется. Так или иначе. Электрики куда-то пропали, блин. Только столб торчит. Про Валеру наговорили. Говорят, не слушай его. Он пустозвон. Он тут ходит, хвастается. Вот этот дом все время разбирает. Ты с ним поосторожней. Понятно. Так, это вот пиломатериал, оставшийся еще после возведения дома. Еще дофига их. А вот это пиломатериалы, которые остались, блин, под ногами. Склизко и дальше твердые, то есть замерзшая земля-то. Вон еще снег лежит, солнце и снег лежит. А это пиломатериалы, которые остались после отделки. То есть они все, что там было, израсходовали, там только мусор. Но я и просил их там потихоньку туда мусор сносить. Вывозить будет потом в пакетах. Вот. Ну, вот, собственно, выглядит все так пока что. Да? Пока так. Воды еще много. Земли не видно. У столбов была земля. То есть до этого уходила вода. Это вот ленсеница времянка. Он потом будет переставить. Мужики там немножко наложили. Помост. Так. Сказали, что поставили закрывашку. Ну и хорошо. Какую поставили, такую поставили. Тяжелую, говорят. Ну хорошо, не ветром не унесет. Бляха, действительно тяжелая. Ну и хорошо. Хорошо. Да тут, конечно, прибираться надо. Тут надо прибираться. Мусора очень много. Жижа. Жижа. Так. Вот поставили замочек. Правда. Через жопу, но поставили. Ну ладно. Хер с ним, пусть будет. Закрыто и закрыто.
есть либо ключом, либо верхней закрывашкой. Это с той стороны не, ну то есть не, только с этой стороны стоит. Сантехники заходили, померили все с лазерной линейкой. Так, ну вот примерно так выглядит. Немножко подприбрались. Так, а вот здесь не доделали. Ничего не доделали. Ручку-то. Засранцы. Не доделали. Ладно. Ну, здесь хотя бы доделали. Большая очень. Цвет однотонный стал. Вот здесь липки были, если помнишь. Все, никаких липков не осталось. Все прокрасили этим пропиткой. И стал, он чуть потемнее стал из-за пропитки. Потолок не трогали. Я просил. Стены только, причем все, и в ванной тоже, в санузле тоже, все пропиткой прошлись, оно потемнее немножко стало. Единственное, что вот здесь не проходили, а здесь я уже буду кисточками, значит, проходить в котельной. Вот здесь огнебиозащиту сделать. Так. Все однотонное, то есть можно просто покрасить, будет нормально. Будет нормально. Это я в углу стою, прям в самом-самом углу. Вот, пошли на второй этаж. Ступеньки, как ты просила, как можно шире, под ногу. Это вот я с лестницы стою. И здесь вот так. Эти двери открываются наружу. Вот они, открываются наружу. У меня кадра-то не хватает. А те внутрь. Ну вот самая маленькая комната, да, с дверьми наружу. Она самая, на самом деле, уютная. Она на самом деле самая уютная. Вот эта площадка, это у нас библиотека, она достаточно большая, она больше, чем любая из комнат, которые на втором этаже. Вот. Дальше, вот эта средняя комната, она подлиннее просто. Она просто подлиннее немножко. И самая большая комната из комнат на втором этаже. Вон потолок какой широкий. Вот. Да, прошу прощения за экшен. Неудобно ходить и одновременно снимать. Вот выглядит как-то так. Пошли на улицу, пройдемся. А, вокруг дома мы ходили, да?
Ну, все тогда. Пока-пока. Вода. Вон геометка торчит. И все в воде. Здесь все в воде. Хорошо, что это край участка. Ощущение, что кто-то лазил все-таки по дому. Еще какие-то доски вытащены. И тот старый дом постепенно разбирается. Видишь, соседи говорят, что это Валера, славный партизан, разбирает потихоньку. Здесь более-менее по суше. Хотя вот где трасса идет. Это, в принципе, еще наш участок, да? Тоже уже вода. Так, сейчас посмотрим, как копаться. А вот, не так уж и далеко. Вот ручей. Не так уж и далеко. То есть от дома сюда надо прокапывать траншею и отводить сюда воду. Льдом. Водаский дом. Здесь он мох растет. Кроты. Древца, конечно, порубили. Так, ну ладно. Бляха-муха. Я не хозяйственный. Вон мужики хозяйственные приехали. Мусор во все стороны летел. Офигенно хозяйственный. Ну ладно, уберется. Не страшно. Так, там я не закрыл, сейчас закрою. Ну вот такая фигня, короче.